От рафтинга до скейтбординга первоуральцы удивили московское жюри разнообразием своих увлечений. Совет молодежи ПНТЗ победил во всероссийском конкурсе, который проходил среди предприятий горно-металлургического комплекса. Из Москвы, где состоялось награждение, новотрубники привезли диплом и новые планы на будущее. В конкурсе приняли участие 50 предприятий из 20 регионов России. Профсоюзы этих предприятий боролись за звание самых социально ответственных. По результатам конкурса Первоуральский новотрубный завод одержал победу в номинации «Работа с молодежью». В этом сегменте ПНТЗ становится лучшим уже третий год подряд. Заводской совет молодежи рассказал о том, какие спортивные, культурные и массовые мероприятия для сотрудников проводят круглый год. К примеру, в 2018-м на Новотрубном организовали около 120 мероприятий. Поучаствовали в них 2500 человек. Дополнительные баллы первоуральцам присудили за то, что развивают клубы по интересам. Есть секции бокса, турклуб и клуб любителей фотографии. Расширяет совет молодежи и перечень состязаний. В этом году, например, организовали соревнования по водному поло. Ты понимаешь, что ты в правильном направлении движешься, что необходимо и дальше продолжать развиваться. И непосредственно, конечно, уже сложнее каждый год подтверждать свою победу. Каждый раз приходится не расслабляться, что-то новое придумать для того, чтобы быть лучшими.